Перед началом этого видео рекомендую канал «Пророк со сбой». Если вы смотрите про знаменитых или интересных людей, ссылка в описании. Петруха, чем богата Сахара? Сахаром. Ну, там же песок. А я что сказал, рафинад? Блинчика. Недавно купаю в огороде, смотрю, рубль железный. Положил в карман. Потом смотрю, еще один рубль и еще. Накупал 10 рублей. Ну, думаю, наверное, клад. Оказывается, нет. Дырка в кармане. Я никогда не куплю квартиру в центре. Там негде с собакой гулять. Не хочу тебя расстраивать, но квартиру в центре ты никогда не купишь, не только поэтому. А кто это сделал? Существует такая примета. Если трижды переплюнешь через левое плечо в переполненном трамвае, обязательно схлопочешь по морде. Девушка, давайте сегодня вечером с вами встретимся. Я замужем, какой вечер? Давайте днем. Походу, бензобак и бензонасос в изначальной версии автомобиля у вас, Патриот, не были предусмотрены. Их прикрутили потом, после сборки, когда поняли, почему он не едет. Блинчика! А почему у нашего полковника папаха в виде каракуля? Чтобы на мозги было похоже! Ты женат? Да. Сколько времени? 20 минут 10-го. Мои детские наказания сейчас превратились в взрослые радости. Раньше ложиться спать, не выходить из дома, обеденный сон. Маржана, ты бы курицу не ел. Почему это? После того, как посмотрел твои статусы в интернете, я понял, что для тебя это каннибализм. А кто это сделал? Сегодня я нашел в зимней куртке 1000 рублей. Что ни говори, хорошо работать в гардеробе. Блинчика! Маржана, а куда мы сейчас поедем? Домой? А что там интересного? Борщ? Да я же люблю тебя, дура! Кричал он, стоя посреди кухни. Но картошка никак не реагировала на его стоны и возгласы и продолжала перегорать. Жизнь как коробка конфет. Каждому попадается свой вкус. И какой вкус попался тебе? С разочарованием. А мне с коньячком. Девушки, когда фотографируетесь, надо говорить сыр, а не утюг. И что? Энергосберегающая лампочка в туалете тебе действительно помогает экономить? Ага, я уже давно внутри, а она еще не загорелась. Я записался в кружок славянских рифм. В смысле? В коромысле. Если хотите сделать приятно вашей бывшей, случайно встретите ее у мусорных баков, не брытый, не митый, в рваной одежде. Для особого увеличения приятности можете сделать вид, что роетесь в мусорных бачках. Вот пишут, что зайцы попали в жилые дворы Москвы. Как они туда попали? Приехали на электричке. Зайцем, разумеется. Эволюция. Стекло уже 4000 лет, а мухи об него до сих пор бьются. Мы живем в такую эпоху, когда приходится каждый день доказывать роботам, что ты человек. Заключенный пишет письмо своей жене.
Спасибо за пилочку в пироге. Теперь у меня самые ухоженные когти в камере. То, что холодильник набит питком, и все это на Новый год радовало. Пока не выяснил, что это на весь год. Думаете, если станете вегетарианцем, похудеете? Слона видели? А он, между прочим, травоядный. Не вижу никакого дальнейшего смысла в глобальном потеплении. Уже сейчас бананы в магазинах стоят дешевле яблок. Так, кого интересует твое мнение, когда вопрос стоит про бессмертие, сказал Кощей, запихивая утку в зайца. Куча народ нервный пошел, нахамишь им, обматерят в ответ. Плюнешь в лицо, могут в морду дать. Начнешь убегать, догонит еще. Подписываемся, кликаем на колокольчик.